Матч «Торпедо-Нефтехимик» начался с символического вбрасывания главы региона Глеба Никитина, который вместе со своей семьей впервые посетил игру нижегородского клуба в Нагорном. Я просто счастлив окунуться в такой хоккейный праздник, по-настоящему яркий. «Торпедо» играет, я считаю, в такой яркий, боевой, динамичный хоккей. Безусловно, страстью пылают люди к этому клубу. И я знаю, что у него очень многолетняя история, и у многих семей вот эта любовь, страсть к клубу передается с поколения в поколение. Естественно, что с каждым поколением она усиливается, поэтому это ощущается. Я лично могу сказать, что приобщился по-настоящему к этой любви, к этой страсти, когда в День народного единства ребята бились с питерским «СКА» и дали такой настоящий бой замечательный, что я понял, что я теперь навсегда приверженец и болельщик нижегородского «Торпедо». Началу игры предшествовала церемония чествования нижегородцев, победителей Кубка мира среди студентов. Игроки Андрей Тарасов, Александр Евчук, Вячеслав Платечкин и тренер Дмитрий Кулябов стали триумфаторами первого в истории университетского хоккейного форума. Чемпионов приветствовали всем стадионом. Это очень приятно, на самом деле, такая атмосфера. Очень приятно оказаться в главном дворце области на матче главной команды области при заполненных трибунах. И когда ребят награждают, ну, мне кажется, это огромный импульс для того, чтобы работать дальше, становиться лучше каждый день. Вообще традиционно наша молодежь, конечно, здорово выступает, российская в целом. И очень отрадно, что в первом Кубке мира среди студенческих хоккейных команд победила именно Россия. Это хорошее очень начало, и здорово, что значимую роль, значимый вклад в эту победу внесли нижегородцы. Захватывающий матч стал достойным продолжением торжественного начала. Гости из «Нефтехимика» дважды выходили вперед по ходу первого и второго периодов. Но в обоих случаях торпедовцам, а именно Каспарсу Даугавиншу и Михаилу Григорьеву, удавалось выровнять счет еще до перерыва. И это выводило градус борьбы на новый уровень. Боевой настрой команды, ураганная поддержка трибун и взрыв восторга на 54-й минуте. Григорий Желдаков выводит «Торпедо» вперед. «Нефтехимик» хорошая команда, агрессивная, схожая с нашей игрой, очень агрессивно нападающие идут. Защитникам ничего сделать не дают. Конечно, матч принципиальный, быстрый был, что для тех и других команд было тяжело. Остается играть еще целую треть периода. Гости в концовке идут ва-банк, и торпедовцы дарят болельщикам еще один повод для восторга. Михаил Жуков поражает пустые ворота. 4-2. Волевая победа в запредельно эмоциональном матче. Огромное спасибо болельщикам, потому что четвертый матч подряд, у нас полные трибуны и сумасшедшая поддержка. Спасибо вам, ребята, большое. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Ну что, удачных дальнейших матчей, удачных выездов. Впереди у «Торпедо» два матча с «Северсталью». 16 января в Череповце, 20 в Нагорном. Владимир Широков, «Торпедо ТВ».